Мы представляем этот проект, и все, которые люди, заслуженные народные артисты, которые сегодня будут здесь на сцене через минуту, и не все ради вас хотят вложить свой труд, частичку своего опыта, души, для того, чтобы вы стали успешными, талантливыми, красивыми людьми. Давайте пригласим сейчас, включим свет. Влада разрежет храм искусства ленточку, и сюда пригласим наших мэтров, членов художественной коллегии, мы их поприветствуем. Ну що ж, урочиста мить, друзі, давайте підтримаємо народження нового, світлого, прекрасного майбутнього для дитячої академії «Золотий ключик». Отже, фестиваль оголошується відкритим! Ура! Під ваші бурхливі оплески! Дякуємо! Олександре, ну було б дійсно зараз слушно представити членів нашої академії. Будь ласка. Начинаем нашу презентацию нашей академии, членов художественной коллегии. Это люди, вы их многих знаете, многих слышали, о многих читали, многих видели по телевизору и в кино. Самый главный человек художественной коллегии – это народная артистка Украины, России. Это легенда нашего отечественного украинского кино Лариса Кадочникова. Добрый вечер, дорогие ребята, я вас поздравляю с двумя праздниками. Первый праздник – это День детей, и второе – открытие замечательного фестиваля «Золотой ключик». «Золотой ключик» для меня – это вообще особое название, потому что мой папа, Валентин Кадочников, снял фильм «Золотой ключик». И я искала этот золотой ключик, нашла, открыла дверцу и загадала стать актрисой и художницей. И ключик мне помог. Ищите ключик, господа. И сейчас начинаем шествие, парад наших звезд, мэтров кино, театра и телевидения. Виктор Демирташ. Заслуженный артист Украины, актер театра и кино, снимался в легендарных фильмах «Капитан Немо» и еще 80 фильмов. Поприветствуем его. Владимир Быстряков, заслуженный артист Украины, шоумен, продюсер, музыкант, композитор, исполнитель со своей супругой Быстряковой Ольгой, тоже балетмейстером, композитором. Евгений Папин. Он тут здесь, я говорю, Евгений. И еще занимается серьезно режиссурой. У него сейчас очень много спектаклей. Вы его знаете по многим фильмам. И озвучивал фильмы, и пел, и исполнял. И Евгения Татьяна Цыпов. Академик, профессор, человек, который возглавляет ректор института, который мы будем делать этот проект «Золотой ключ». Его студенты будут принимать участие в съемках театральных кинопостановках. Любовь Титаренко. Заслуженный артист Украины. Наш гость из Израиля. Хореограф.
Она проводит танцевальные коллективы в городах, даже районах, арабских деревнях и больших иерусалимских студиях. Ирина Жамаль. Что в процессе фестиваля вы их увидите. Пары стоят здесь, в метрах нашего отечественного кино. Элита украинской культуры хочет вложить часть своих сил для того, чтобы «Золотой ключик» стал надеждой, основой будущей кинотеатральной, телевизионной культуры нашей страны. Поприветствую! Ми бажаємо кожному знайти свій золотий ключик мистецтва. І бурхливими оплесками ми проводжаємо наших членів високоповажного журі. Золотий фонд українського кінотеатрального мистецтва. Без перебільшення. Давайте ще раз подаруємо наші улюбленці. Браво! Київському міському центру справах сім'ї, дітей та молоді, особисто безпосередньо директору Колбу Ярославі Валеріївні за те, що вона сьогодні посприяла проведенню цього заходу. І дуже багато наших сьогодні гостей тут саме прийшли завдяки нашій плідній співпраці. Тому давайте ми привітаємо наших дітей, батьків, які тут, і ми можемо розпочати цю, я думаю, дуже благородну справу. І у кожного з вас є шанс. Коли ми були маленькі, зокрема, я мріяв зніматися в кіно, грати в театрі, але життя так мене повело, що я займався зовсім іншими справами. Але ці часи настали, це стало можливо, тому мрійте. І як хтось сказав, що наші мрії – то думки Бога про нас. І я дуже сподіваюся, що після цього відкриття і фестивалю ваші мрії реалізуються. Ще раз за свято. Розділа дома, мамочка моя, родиша дівчонок, родиша з мальчишок, і хоча чертянок, та я. Помню, я слышала з пеленок, говорила вся моя родиня. Это не ребенок, это чоловік, хоча тільки одна із перемінь. Попіта діабло, а чого мені любить буде мать? Це попіта мать, це жестит нас мать. Дьявола, 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 дь
Дякую! І якраз сьогодні для нас виконує композицію з цієї чудової казки дитячий хореографічний колектив «Дружба». Зустрічайте! Чи не вниз?
длится век, и зазвучит веселый смех, и радует небольшой, запустит снег светлые два. Там будут поле и река, огромный пес без поводка, листок на скоши на лугу. Малыш смеется на бегу, и я лечу за малышом, не взять за лун без тарьё. Танец кейк-вок, 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 танцуй танец кейк-вок, кейк-вок, кейк-вок. Я хотел бы пригласить сюда еще на сцену нашего кума и показать вам песенки, которые все хорошо знаете, потому что вы все на них выросли, начиная от вас самих и кончая вашими бабушками, дедушками, прабабушками и прадедушками. Песни из мультфильма, в котором Валерий Иванович снимался и озвучивал. Песни из мультфильма «Остров сокровищ», конечно же. Кто видел «Остров сокровищ», поднимите руку! Это, знаете, говорят, вот когда видят такого дядю с ушами, с таким носом, с такой улыбкой, говорят, вы в мультиках не снимались? Так вот, мне повезло, я тот в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, который снимался в мультиках. А дядя Володя писал к этому мультику «Остров сокровищ» музыку. Аплодисменты, дядя Володя! Так, ну что? Раз, два, три, нормально? Ну, поехали. Ну, смотри, Валера, если хочешь, такой можно. Да как хотите, а все. Ну ты с ним смотришь, а гламурнее, да, гламурнее все. А Олечка, поехали. Поехали! Раз, два, три, живой звук. Остров сокровищ. Нашли там, да? О, хорошо. Вот на диете не ест и не
Деньги, 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 позабыв покорили. Делай деньги! Делай, знаешь, что деньги, деньги. Ну дальше было, что дальше было? Машка, что дальше было? Но в том-то и дело, что не один. Да, с кем? Кто больше всех деньги на свете любил, да? А Боб это? Фортуна, лотерея, чтобы вам всем улыбалась фортуна. Thank you.